Маша, блядь, миллионершу. Блядь, обидно было вообще. Теперь Маша. Я не знаю, я не знаю. Ну да. Не, поехали. Ты шо, блядь? Так, в сентябре. Да я хоть на весь сентябрь с тобой в Риксес поеду, братуха. Я всех променяю на тебя. Если у меня будет выбор, мужик или ты, я выберу тебя. Вы все, сколько там человек? 45. Я всех найду потом? Найдешь. Не, я тебе отвечаю, если вот у меня будет выбор, мужик или ты, я выберу тебя. Вот если мне скажут, типа, выбирай, либо Лера, либо я скажу, бля, братуха, сорян, блядь, пошел ка ты нахуй, я эту Леру, блядь, знаю, ебать. Ладно, когда прямые эфиры закончили, я тебе задам этот вопрос. Хорошо. Не, ну, блядь, ну, по-серьезки, блядь, типа, с хуя ли я должна перестать с тобой общаться, блядь, столько, сколько мы общаемся, и ради какого-то, блядь, мужика, ради какого-то хуя, который придет. Если ты там, блядь, плохо. Пауэрбанк надо носить. У меня с ногтями. Я красила только что Леру в черный, поэтому они покрасились. Чего? Капец, он зарядку уже ровает. Я бы лично розу подарила, но ты. У меня до этого было 80%, чтобы ты понимала. Ви красивее, спасибо. Где купить вашу обувь? Кого? Где купить вашу обувь? Он что, обувь продает? Обувь продает. Какой трэш. Ужас. Скоро мы откроем бизнес, да, Маша? Может, хватит, блядь? Я заебался уже эти бизнесы открывать, блядь. Чё откроем? Я хочу открыть. Я хочу вообще, я с мамой обсуждала, чтобы открыть бордель мужской. Будем сутенерами. Будем продавать мужчин. Мне кажется, это большинство взрослых женщин. У меня клиентки многие просят, чтобы я наняла в салон мужиков, чтобы они мыли им голову. Я не против. Ты не против? Ты не против мужиков или ты не против помывки головы? Нет, голову мне не надо. Ребята, у меня в нацеле есть, короче, розочки. Давайте перед моим уходом добьем мне розочки, пожалуйста. Мне надо еще 700 штук розочек. 700. Я не вижу, сколько там. Провалится твой бизнес. Ага, ага, сейчас прям не провалится он у меня. Хорошо все с моим бизнесом будет. Я по натальной карте бизнес-вумен, блин. Бля, да, блядь, по сути, вот так посудить, посмотреть на моих ровесниц, которые, блядь, со мной в школе вот научились. Даже самая Дашка, блядь, моя одноклассница, которая была пиздец какой не въебаться. Блядь, что она сейчас делает? А где она, блядь, вообще сейчас? Наша, которая наша? Да. Хуреми. Ну про что? Блядь, мне кажется, мы сейчас первым делом поедем ко мне домой, блядь, возьмем зарядку, а поедем потом кушать, никуда нахуй не поедем ни за какими, блядь, этими. Фамилия Литовская, да, я литовка, потому что. Почему? Вы не любите продавать мужчин? Продаю бананы. Людей. Шучу, не бананы. Да, Лерок? Спилась Дашка. Видела ее на днях под забором? Вы сама цветочек. Зачем вам? Мне надо накопить. На что хоплю, сама не знаю. Блять, вроде бы и нормально выгляжу, а вроде бы и нет. Ой, ты ко мне на трансляцию зашла? Бусинка моя. Подруга моя, ты ко мне на трансляцию зашла?
Честно, хочу курить. Курить хочу, страшно. Эх, Маня, Маня, это я. Ты родилась в КИЗ? Я родилась в Африке. В Африке среди негритят. Лера, у меня животик бурлит. Я хочу кушать. Я хочу кушать. Я, блядь, Лера, у меня слезы идут. Чего хочешь? Ты что, я кушать хочу? Идем. У меня слеза потекла. Какая я сентиментальная. Что звездишь? Я не вижу. А, что это как? В смысле я не сентиментальная? А кто здесь пару дней назад плакал, блядь? Кто я? Я. А что плакала? А я не помню, что я плакала. Я никогда не помню, почему я плачу. У меня же... Я говорит, жизнерадостный человек. У меня все всегда хорошо, не то, что у вас слабите. Я всегда улыбаюсь. Не, на самом-то деле я реально всегда улыбаюсь. А чё, блядь, хочешь сказать не так? Я как не приду, блядь, на работу, у вас у всех рожи, блядь, вот эти вот кислые. У меня даже когда говно случается в жизни, я счастлива. Почему? Почему я не могу тебе отправить запрос? Мне написано, обновите TikTok, а мне не хочу. Потому что у меня сейчас стоят запреты на запросы, моя дорогая. Ты что, блядь?